Женился украинец на русской, и отец ему дает наставление перед первой брачной ночью. Ты возьми жену и резко брось ее на кровать, чтобы она знала, что Украина – это, ух, сила. Потом возьми, сорви с себя вещи, покажи, что Украина – это, ух, красота. В углу сидит дед, слушает это все и говорит, а потом начинай себя дрочить, чтобы она знала, что Украина – это независимость. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.